Лишение прав на 2 года, обязательные общественные работы и конфискация автомобиля в доход государства. Такое наказание получил житель Вурнар, который уже не в первый раз сел пьяным за руль. В Урнарах усевшего повторно пьяным за руль местного жителя конфисковали дорогой внедорожник, средняя стоимость которого 3,5 миллиона рублей. Как рассказали в прокуратуре Чувашии, 23 декабря прошлого года мужчина завел свою «Шкоду» Кодиак и поехал. На одной из улиц поселка его остановил экипаж ГАИ. После остановки автомобиля сотрудниками полиции водитель, несмотря на то, что имел явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В последующем вину содеянным он не признал и выдвинул версию о том, что не находился за рулем автомобиля в момент его остановки. В то же время представленные суду доказательства, в первую очередь это видеозапись и показания свидетелей сотрудников полиции, однозначно опровергли указанную версию стороны защиты. Приговором суда виновному было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 340 часов. Он также лишен права управления транспортом на срок 2 года. По ходатайству прокуратуры автомобиль виновного был конфискован в доход государства. В настоящее время приговор в законную силу пока не вступил. Всего 105 автомобилей забрали в прошлом году в Чувашии в доход государства у водителей, которые, подвергая опасности себя и других, садились пьяными за руль. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Национальное телевидение Чувашии.